Приветствую всех! С вами Нисирамос, мы продолжаем играть Террария 1.4, Journey's End, Master Mode. И в этой серии я думаю, что стоит заняться аренкой для товарища Мозга, возможно, который вовсе мне и не товарищ. Посмотрим после следующей попытки его умножить или поделить на ноль. В любом случае, мне что нужно? Грибы нужно взять. Грибы взять. Ну, мало ли. Я решу сразу попробовать. А, вот эту бутылочку надо взять. А, грибов у меня, наверное, на старой базе лежат. Ну, ничего, сейчас пробежимся. Оп. Я всякое тут поскидывал. Нет, смотрите-ка. Этих грибов у меня просто нет, выходит. Ну что ж, ладно. Я вас понял. Тогда пробежимся. Ну, там посмотрим. Стоп. Раз у меня нет грибов, значит, мне нужно грибы выращивать. Это звучит логично. По-моему, вполне. Для начала я пока просто прямо на месте поставлю хреновину для выращивания грибов. С этим водоемом я не знаю, что надо будет сделать. Наверное, я вот это все снесу. Вот эти пальмочки и кустики. Сюда песка насыплю и просто там пару уровней воды еще надо будет сюда долить. О, погоди-ка. Блин. Я же забыл, что у меня нет этой книжки, которая не позволяет вредить таким вот добреньким существам. Ну хорошо, я отсюда прям могу заходить. Так, а здесь у меня есть что-нибудь? Здесь у меня есть позвоночник. А, погодите, нафига я захожу? Я человек неумный. Я же здесь не смогу начать выращивать грибы-то. У меня тупо нету в наличии, как он зовется-то. Почему я туплю? У меня нету травы же здесь. У меня здесь, в общем, ледяной биом же. Какая трава в ледяном биоме? Ну, эти каменные пластины сделаем. Пока что я просто вот так вот пластины сделаю. Ага. Пластины вас не замечают, я вас понял. Да, ну прете, блин. И позвоночники не даете. Что за беспозвоночные пауки пошли?
Отдай мне возможность начать строить наконец-то арену. О! Паучанский. Наконец-то. Первый баннер. Так. Это я доведу до сюда. Ой. Здорово. О, смотрите-ка, с пауков тоже реально эти позвоночники-то выпадают. Я просто не помню, с кого они падают, а с кого нет. Это забавно, что... С них тоже. Окей, этого достаточно. Да, вы дадите мне, наконец, построить тут... комнатушку. Нет, давайте чуть-чуть пониже, чтобы запрыгивать было удобнее. Так сойдет. Сколько, кстати? 10? 10. Да ну хватит. Надо, наверное, вот так сделать. Будет у нас до самого конца эта аренка идти. Ну, до самого... Хотя не до самого конца, наверное. Гасим. По-хорошему, вот этого мне даже в принципе должно уже хватить бы. Потому что, а что мне еще здесь? Ой, это слишком. Стоят и кушают меня, кушают. Ну ладно, вот этого хватит, потому что выше прыгать смысла не будет. Я, если начну прыгать... Ой, вот это я зря сделал. Если я начну еще выше прыгать, я буду об потолок спотыкаться. А мне место как раз нужно. Как линейка, пожалуйста, спрячься. Тебя задолбало. Так, это чтобы просто посветлее было. Хотя нет, здесь это не стоит вешать. Давайте баннер вот сюда вот повесим. Так, ага. А, вот он. Разбивается, оказывается.
И давайте тогда вот это уберем. Я постараюсь на чуть меньших, на чуть меньшем количестве платформ одолеть босса, чтобы мой меч хотя бы мог звездами по спутникам мозга бить. Нормально. Так, сферка раз, сферка два, сферка три. То есть я могу в принципе тут призвать босса и попытаться его обработать. Возможно, мы это сейчас попробуем, но для начала я хочу зельками запастись. Ага. Я не помню, с чего она делается, поэтому я не сделаю. Так, я грибов могу набрать? Вот в этом кремзоне. Один гриб. Мне, по-моему, 6, что ли, нужно на одного. На одну призывалку босса. Насколько я помню, как-то так. У меня 3, да? Да, у меня 3 гриба. Четвертый. Хорошо. Ага, тут ничего. Да и грибов вообще нету. А вот еще один есть. Дадите мне пройти. Меня там гриб вообще-то ждет. Еще пауки тут с небес падают. Окей, 5 грибов. Еще хоть один я найду. Конечно же, блин, нет. Потому что тут кремзон кончается. Танцует, ему весело. Мне не жалко, пускай танцует. Может, хоть немножко? Хоть один гриб еще вырастет где-нибудь? Или я прозевал, не заметил его? Я просто хочу босса попробовать убить без траты Кримзон сердец. Ну, это издевательство, по-моему. Так, как мне тогда это сделать?
Тут очень много территорий, которые не подходят для роста грибов. Давайте сдолбим дерево. Да ты издеваешься? Вы вообще дадите мне какую-нибудь фиговину построить. Да ладно, блин. Паук серьезно застрял? Я тут не прыгнул ко мне. Странные люди. Ладно, я еще разочек пробегусь в эту сторону. В надежде, что все-таки заспаунится где-нибудь один гриб. Наверху не вижу тоже. На самом деле это после скелета Рона надо будет нормально фермочку этих грибов сделать. А так пока что, ну, придется идти без грибов. Может быть, в другом кремзоне найду. Более в этой части карты еще не был. Ну, тут джунглиум. Интересно. О, надо же. Еще одна травинка джунглей выпала. Семечко. С грибного биома, конечно, почаще они падают. Не так, что по биому пройдешь и только тогда надумают. Угу. Ну вот и кремзонище. А вот и гриб. Ладно. Хорошо. Теперь что нам нужно? Убрать это, убрать это. Кстати говоря,
тут где-то сердце видел, по-моему. Да, вот. Кроме того, которое возле туннеля, прямо возле моего туннеля, которое вот здесь вот. Его я хочу оставить, пускай находится на месте. Где мне железо? Вот железо. На цепи. И лампу. Также рыба. Ух, какой канделябр. Его куда-нибудь присобачим. Так, я вообще хотел... я же из рыбы мог из какой-то сашими делать. Разве нет? Или оно на верстаке делается? Может и на нем. Хм. Окей. Так, это зелье. Это зелье. Это зелье. Сильное улучшение ко всем статам я не буду брать пока что. Это не такой сложный босс. Хм. Кстати, дружище. Дай-ка я тебе продам. Серьезно, оно настолько дешевое. Зря я вообще его брал с собой. Так, у меня, кстати... О, начали разрастаться джунглики. Посмотрите-ка на них. Ну да, вот, растут потихонечку. А, где мои семечки? Одно семечко. Ну, вот сюда поставим. Они постепенно начнут расползаться. Второе. Вот сюда. Оно тоже начнет расползаться. Так, какое еще зелье взять? Арчери. Давайте тоже возьмем. О, там опять ночь. Вот такой ветер завывал. Мне сейчас нужно будет приготовить призывалку босса на этом. Кстати. Опа! В смысле нахрен? Он же не должен этого делать, разве я не прав? Я уберу, пожалуй, этот источник загрязнения. Я на Вики, помню, читал, что они не распространяют биом свой, а только дают... То есть они борются типа со святым биомом, до которого нам еще далеко и надолго. А так, оказывается, все даже несколько проще. О, кстати, The Sweet. Семечки. Так, алтарчик. Так, ага. Не подходите ко мне. Мозг, а почему ты так низко находишься? Мне вот интересно. У меня вообще-то был план, что я смогу
По этим запчастям? Стоп. Я тупой, я забыл тучку. Вот я по этим запчастям хотел попадать звездами. Не подходите. Ё-моё, я, кажется, сейчас буду сдыхать. Так, один остался, что ли? Да что ты на меня телепортируешься? Ну, понятно. Что-то пошло не так. Ну как что-то? У меня оружия нормального не было. Вот если честно. Ладно. А в принципе... А то, что мне нужно было, я с него получил. Потому что мне с него нужна была кирка. Только... Исправь. Этот мусор, пожалуйста. Все, кирка у меня есть. Босса я забью несколько позже, выходит. Раз уж так не получилось сейчас. Так, стоп. У меня есть... Нет, не бомбы. Зелье шахтера, да. Я сейчас пойду немножечко покопаюсь вниз. Это тоже съем. Пускай будет. Сейчас моя цель докопаться до самого низа нашего мира. Хм, в смысле? Да ты тупая хренотень слизневая. Я вот так падал. Хорошо. Ползем ниже. Хотя, знаете, давайте на этом моменте я завершу данную серию. Я поставлю пока на паузу, чтобы я просто... Сейчас будет такая короткая серия, и после нее я сразу же пойду в закадровую серию, чисто в которой буду копать, копать, копать и копать этот тоннель до ада. Ну, в общем, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих сериях. Всем пока!